Всем привет, привет, с вами Иван 51, и сегодня мы продолжаем карьеру за Эмили Калькенберг на Кубке IBU. Сразу же мы посмотрим вообще зачет, где мы находимся на третьем месте. На первом у нас Марин Хаммершмидт, 794 очка, второе место занимает Дуня Стулц, 757 очков, третье мы, Эмили Калькенберг, 731 очко, четвертое наш соотечественница Каролин Кноттен, 691 очку. Пятое место Анастасия Егорова, 626 очков. И шестое место Галина Вишневская, 617 очков. В малых кубках в спринте мы занимаем шестое место, в гонке преследования третье место, в мастарте третье место, в индивидуальных гонках третье место. На Кубке мира у нас у женщин лидирует Терлехов, 818 очков. Второе место занимает Марта Олсберг-Руссел, 687 очков. Третье Денис Херман, 663 очка. У мужчин лидирует Тариби, 757 очков. Второе Стурла Хомвулкрейт, 746 очков. И третье Юханна Стинесбе, 724. Напомню, что мы уже приблизились к середине сезона, я бы так сказал, где нас ждет чемпионат IBU в Беларуси. Мы переезжаем сегодня. Напоминаю, что мы уже пробежали этапы в Хофильцине, в Пекине, в Оберхофе, в Кенмаре, от тебя Сочи и Солт-Лейк-Сити. То есть сегодня мы с вами, скорее всего, пробежим остаток сезона полностью. Так, сегодня выходной день, можно, как говорится, потратить больше времени. Ну что, начнем. Так, первая гонка у нас спринт. Погода очень холодная, без осадков. Шаг вперед, убираем костюм на гонку. Очень холодно, без осадков. Так, подбираем лыжи у нас. Холодно, без осадков. Минус 6, минус 14. Вот эти с вами попробуем. Стартовать будем в первой группе. Жмем старт. Стартуем мы под шестым номером. Синие майки. Так как лидеры зачета 25 до 25 лет. По 31 номеру у нас стартует Анастасия Егорова, лидер спиннерского зачета. По 32 номеру у нас стартует лидер Кубка IBU Марин Хаммершмидт. Жмем начать гонки. Тут мы простим симулируем, как обычно, и поехали. Сразу у нас тут такая прямая затяжная перед спуском. Тут у нас туннель, где мы плавно проезжаем зрителей, которые приветствуют своих любимых спортсменов. Тут у нас начинается подъем небольшой. Мы приближаемся к первой отсечке, после которой мы выиграем 1,7 у Лены Лещанки. Третья Аита Гаспарин. Ну как это, так как мы стартуем в ранних номерах, еще сильные соперники все сзади. Тут мы уже 0,1 всего лишь выигрываем, но в этот подъем очень тяжело заходить. Так, тут у нас спуск, больше самый большой на трассе. Тут мы ускоряемся. Небольшой спуск перед подъемом и уже плавно входим на стадион. И нас приветствуют болельщики. И потихоньку подъезжаем к первому рубежу, положение лежа. На изготовочке и начинаем стрелять.
промахиваемся, к сожалению, мы. Конечно, затянули мы третий выстрел, из-за этого и промахнулись, к сожалению. Да, не получилось у нас хорошо начать чемпионат IBU. Ну ничего. Тут у нас 4 гонки, спринт одна из 4, так что шанс у нас на медаль еще будет. Главное стараться идти к своей цели. Главная цель у нас — это проходить все огневые рубежи на 0. Блин, и Вишневская там вклинивается у нас в борьбу. Но мы работаем в самый тяжелый подъем. И сейчас, конечно, будем еще больше проигрывать. Так. А выигрывает у нас пока на отсечке белорусская спортсменка. Тоже порадуемся за нее. Вот мы уже и снова на стадионе, и нас ждет заключительный рубеж, вторая стрельба. Положение стоя. Изготавливаемся и начинаем стрелять. Промахиваемся, к сожалению. И тут, к сожалению, мы промахиваемся. Обидно, конечно. На своей тарелочке мы начали, конечно. Чемпионат IBU. Тут у нас первое время после второго дня рубежа показывает Эмма Лунтер из Канады. Но можно посмотреть на него рубеж, все промахиваются. Так что не мудрено. Мы еще, видимо, не проснулись. Так, супербуст у нас уже ушел. Сейчас мы, конечно, в этот подъем будем умирать. Нас будут обгонять спортсмены другие. Ой, Стина Нильсон там, бедная, официально застрелилась. Не везет по костине, к сожалению. Тяжело ей даются гонки, но она старается, все равно молодец. По крайней мере, ход у нее блестящий. Да, у всех много промахов сегодня. Но нам главное попасть в гонку в расследование. Конечно. Вот мы и финишируем. Финишируем на данный момент мы на третьем месте, но это пока, конечно, сейчас нас будут двигать. Два промаха очень много. Вот нас опережает на 0,5. Галина Вишневская с одним промахом, ну, с двумя. Чуть-чуть обидно, конечно. Кристина Рысова с двумя нас опережает тоже. Кошмар. Ладно, жмем подвести итоги. Нас будет очень далеко двигать, чувствую. Ой. Кошмар какой. Кошмар. Мы рисковали пропустить гонку преследования, конечно, с вами. 19 место занимаем. Уф, на тоненького. А выигрывает у нас Карлин Кноттен. Вторая Анастасия Егорова. Третья — Ирина Лещенкова. То есть порадуемся за наших соотечественников, сборной команды России и Беларуси.
Ну, далее. Кубки мира у нас эстафета прошла, тоже в Раубичах победила сборная Норвегии, вторая Франция, третья Швеция. Это у женщин, у мужчин точно так же все. Так, теперь у нас общий зачет, как обычно, смотрим. И тут уже вплотную нам приблизилась Каролин Кнотман за счет победы. Это, конечно, да. Значит, очков потеряли много. Ладно, будем стараться. Сейчас гонки преследования. Погода у нас очень теплый, снег. Убираем синий костюмчик. Очень теплый снег. И поехали. Так, стартуем мы с составом 18,3. Но главное, как у нас всегда говорю, чистая стрельба. Морен Хандершмидт у нас стартует в желто-красном биме. А тут что, мы подускоримся? Да, 5 кругов надо нам еще выносливость контролировать, потому что тут очень тяжелый подъем, у него очень сил много уходит. Мы перемещаемся уже на 15 место. Подходим к первой отсечке. Проигрываем те же 18 секунд. Вот он, самый тяжелый подъемчик. Работаем. Работали чуть-чуть, чтобы выносливости сильно не тратить. Мы обходим спортсменок и плавно работаем в спуск. Так. Тут мы ускоряться не будем, бережем силы. Тут уже Марен Хандершмидт, видимо, в желто-красном бибе лидера, пока я бью. Итак, мы плавно перемещаемся. На 11 место. Блин. Так, и готовимся стрелять с вами. Чисто. Чисто мастер. Закончили первый рубеж. Положение лежа. Это может не радовать, так как многие мажут. И мы перемещаемся уже на 8-9 место. Вот борьба у нас. Главное не забывать у нас про выносливость с вами, что выносливость с каждым отталкиванием уходит. Так, тут мы в подъемчик работаем. Сейчас обгоним спортсменок вот этих. Так. На отсечке мы уже занимаем 7 место и отдыхаем на спуске. Так, а тут мы не спортуем, спокойно работаем, без всяких лишних трат. И сейчас уже подходим на стадион, ко второму нему рубежу. Положение лежа также. Стрельба у нас будет. И будем настраиваться на чистую стрельбу также. А чуть мы прибавили, что-то мы расслабились по пульсу. Ой, боже, ну почему промах-то? Почему промах-то?
И как-то мне нужен вот этот промо был. Обидный промах. Ну, погода у нас, конечно, так ветреная, снег. Но мы с вами занимаем 8 место, неплохое. Конечно, от призовых мест мы уже далековато. С тижими 18 секундами, которых мы стартовали на старте. Тяжело такое отыгрывать. Надо стрелять на ноль. Чтобы с вами претендовать хотя бы на какое-то место призовое. Ну, за топ-6 можно побороться, так как у нас еще 2 огневых рубежа. За цветы мы с вами можем попасть еще. Так, работаем с вами в подъем. Насечки также мы 8. По скорости чуть проигрываем. Ирине Лещенко. Да, у нас белорусская спортсменка вырвалась вперед. Порадуемся за нее. Как у нас, сами помните, вчера Ханна Соло всех белорусских фанатов порадовала, выиграла на Кубке мира в Реале спринтерскую гонку. Подходим мы к третьему огневому движу, положение стоя. Мельниченко стреляет на ноль. Молодец какая. А мы, к сожалению, продолжаем мазать. Сегодня мы, конечно, не в своей тарелке. К сожалению. Да. Пока мы свою стрельбу, к сожалению, не потеряли. И она у нас куда-то делась. В итоге мы уже занимаем 11 место. Так, и отправляемся мы на 4-й круг. Выносливости у нас пока что хватает. Стараемся поработать еще. Подвинем тут Анну Вайдель. Поработаем в подъемчик сейчас. Сейчас супербусты врубим. Потом обгоним, кто у нас пешочком тут идет. Отталкиваемся и отдыхаем на спуске. Паспортуемы. Так, и плавно мы уже приближаемся к стадиону. К нему одному бежу, где ждет нас последняя стрельба из положения стоя. Да, сглазили мы походу Ирину Лещенко. 3 промаха у меня. Обидно, конечно, за нее. Хорошую гонку провела. У нас есть шанс. Скажешь, сразу шансы пропадают. Блин, ну без слов, ребят, без слов. Все мажут, но мы не пользуемся этими шансами. 8 место у нас после огневого рубежа. Могли быть в шестерке, конечно, если мы промахнулись. А сейчас нам работать в подъем тяжелый. Не будут все уже ускоряться. Ой, нас там догоняют, надо поправлять.
сталкивался, сзади нас с самым Лундером там. За восьмерку там надо побороться. Восьмое место все-таки лучше. Мы с вами с 19 места. Все равно молодцы. Если бы, конечно, на ноль бы отстреляли, мы бы были бы выше. Может, и за медали поборолись. Так, супер, мы с побережем. Тут уже в спорту. Финишируем мы с вами на восьмом месте. Также финишируют другие спортсменки. Подождем всех сейчас, все уже финишируют. И будем подводить итоги гонки. Так, итоги гонки у нас побеждает Дуня Сдоут с нулями. Ирина Лещенко упускает победу, промахивалась 3 раза на последнем рубеже. И третье место занимает 4 промахами Каролина Кнота. Вот это да, конечно. Анастасия Егорова занимает 4 место, тоже цветы попадают на равных Эндершмитт. Лидер Кубка IBA 5 место. Мы занимаем с вами 8 место. Так, ну, Каролинка Нота, если выше, то она у нас сейчас в зачете кубка опередит, конечно. Так, на Кубке мира спринт прошел тоже. Женщин выиграла Марта Росиланд. Уже 7 раза 2-я, 3-я Лиза Дреза Хаузер. Лидер кубка, Тельвехов на 4-м месте. У мужчин выиграл Лукас Хофер, привет, Даня, конечно, это победа. 2-е место Эмили Жаклин, 3-й Йоханна Стинесбе. Живем далее. Общий зачет, и тут нас опускают на 4-е место. Так как раз, из-за чего я и говорил, что провалили мы спринтерскую гонку, из-за этого у нас Карлин Кнотон отодвигает в итоге. Принялось преследование, оно лучше пробегает, чем мы. Но не отчаиваемся, продолжаем стараться, чтобы выйти на Кубок мира с вами. Далее у нас индивидуальная гонка, где у нас есть шанс на медаль. Погода у нас мороз без осадков, ждем далее. Называется 18, подойдет у нас, костюм возьмем такой, и в первой группе нашей любимой жмем старт. Стартуем мы с вами под 8-м номером, синие маечки. По 33-м стартует лидер желто-красного зачета Марин Хандершмидт. Жмем начать гонку. Нажмем симулировать, чтобы не ждать, и стартуем с вами. Так, обычно спринтуем, чтобы хорошо оттолкнуться. Разгон — это тоже важная часть гонки. Как разгонишься, такой же будет и тебя задел, либо проигрыш. На первой сечке мы лидируем, выигрываем. У нас есть Игореева 1,6 секунды. И приближаемся к подъемчику. Немножко сбрасываем, выигрываем при своих, также 1,6 у нас Сигарева и 3-я Ирина Лещенко. Тут у нас спуск. Зрители вон радуются, отдыхают, расслабляются, болеют. Молодцы. Вон Франциска Хельнабра, 4 промаха, ого-го, Франциска.
дает джазу. Вот мы приближаемся к первому огневому рубежу. Положение лежа. И настраиваемся только на чистую стрельбу. При стрельбе будем аккуратны. Ну что такое там, блин? Ну, блин, какой-то сегодня не наш день, точно. А, еще и не туда поехал, вообще прекрасно. Да-да-да, я как в гонках в реале, блин. Совсем расстроился и побежал. Штрафной круг бежать, забыл, что это гонка индивидуальная, тут не штрафных кругов. Обидно, обидно. Очень обидно. Этот промах опять. Нам не даст, скорее всего, чего-то большего. Отдыхаем с вами на спуске, морально думаем, как нам жить дальше, шучу. Так, думаем, конечно, как стрелять. Очень у нас плохая стрельба. Пока что нам эта стрельба не дает бороться за хорошие места. Тут мы подъезжаем ко второму огневому рубежу с положения стоя уже. Блин, еще пульс у нас бился. Вообще жесть, конечно. Спешим мы, понятно, и мажем 500 раз. Короче, блин, все. Совсем расстроили меня, ну ладно. Ладно, все. Про эту гонку все можно забыть уже. Не, конечно, будем стараться до конца, но уже гонка становится формальностью для нас. С четырьмя промахами мы уже далеко не заедем. Да, обидно, обидно. Я знаю, вам тоже за меня обидно. За нашу спортсменку, за которую мы играем. Да, очень много мы проигрываем. Подходим мы уже к стрельбе положения лежа, третий у него рубеж. Стрельба, к сожалению, вообще полностью застрелились. Да. Совсем обидно. Какими темпами без медали останемся, конечно, с такой стрельбой. Надо брать как-то волю в кулак и стараться. И собраться.
Все, конечно, мажут, если посмотреть вон. Вот уже видите это. Но здесь, конечно, то стреляют на ноль обязательно. Такие спортсмены есть. Погода у нас минус 19, хороший такой мороз стоит, и подходим мы к последнему огневому рубежу, положение стоя. Стараемся хоть здесь отстрелять, может нам. Да, вот помотала винтовку, конечно же, это жутко. Но хоть здесь, хоть один огневой рубеж, мы справились с вами. И стреляли на ноль. В итоге у нас 2 минуты отставания, очень много, конечно. 4 промаха, что просто ужасно. Мы будем с вами делать выводы, конечно, и справляться в следующих гонках. Николь Конти застрелилась, 4 промаха, с вами видите. Ирина Крученкина, 3 промаха, тоже очень много. Валя Семеренко, 2 промаха. То есть люди промахиваются, конечно, но если он то чистенько работает, молодцы. Так, вот мы плавно приближаемся к стадиону, где нас будет ждать финиш гонки. Подъемчик у нас и финиш у нас затяжной. Вот он, стадион со зрителями. Спринт немножко делаем и финишируем с вами. Не проигрываем 2 минуты 8 секунд пока на данный момент из 9 спортсменов. Сейчас, скорее всего, будут нас двигать, конечно, далеко и очень. Так, шумим по тесте гонку. Ой, кошмар какой. Наверное, самая провальная гонка у нас будет в сезоне. Кошмар какой. У вас 8 место просто. Закрутим глаза и не смотрите на это. Кошмарище. Так, Галишенко тоже, он 5 промахов, конечно. 5 и выше нас. Вот это, конечно, молодец, Кай. Рынок Нотон 11, Марек Андершмитт 12. Где был шанс вот отыграть очки? Мы с вами провалили гонку. Обидно. На Кубке мира тоже прошла гонка преследования. Франциско Прост побеждает. Терелика 2, Марта Руслан 3. У мужчин Йоханнес Бьёпре выиграл, Яков Фак 2, Себастьян Самуэльсен 3. Если в реале у нас доминирование пока шведов, то в игре у нас правильное доминирование интерверс. Так, посмотрим расписание. Остается у нас на чемпионате IBM старт, где мы постараемся что-то сделать, чтобы побороться с высоким места. Посмотрим общий зачет, где мы остались на 4 месте, но если мы будем так, конечно, пробегать гонки, то нас быстро сдвинут и ниже. Так, идем дальше. У нас масс-старт. Погода очень холодная, снег.
очень холодно, снег. Так. Вот это, наверное. Не. Вот минус 12, 16. Самое то. Жим старт. Красный биби у нас Дуняс Дудс как лидер масс-стартов. Желтый маечка у нас лидера кубка биби Мара Хандершмидт. Ну и у нас как от начала сезона синяя маечка. Чтобы начать гонку. И с вами стартуем. Сразу буду с вами стараться быть в первых позициях, чтобы бороться за что-то начальное. Так. Вот мы на третьем месте пока что. Но сейчас попьем, конечно, будет соперница. Так, а если мы обгоним сейчас? Да, пока они отдыхают, экономят силы на последние круги, а мы будем в своем ритме бежать. Чуть оторвемся. На спуске отдыхаем, переводим силы. Готовимся морально и думаем о стрельбе только чистой. Только чистой. Как мы с вами знаем, умеем это делать. Так, подходим к первому дневному рубежу положения лежа. На изготовочку. Вот она, чистая наша любимая стрельба. Ноги мажут. Так, Карлинг Нотон промазала, это хорошо. Не, ну конечно, у нас наша соотечественница нехорошо, но у нас с ней борьба. Вы меня поняли. Так, Занелли, Джулиас Швагер, Мара Хандершмидт. Главное, что мы с вами молодцы. Отстреляли Лёшку на ноль. Что может не радовать. Так, надо следить за выносливостью, конечно. Может, уже выносливость очень много съела. Так, тут мы работаем с вами в подъемчик. И сохраняем первое место также. Выносливость, конечно, теряется очень много. Третье место у нас Лариса Куклина вышла. Тут Лариса Куклина, конечно, хорошо бегает. И как на Кубке мира в реале. Как и многие, конечно, наши спортсмены. Так. Вот мы приближаемся ко второму огневому рубежу положения лежа. Также с вами готовимся стрелять его чисто. Чисто. Чисто с вами стреляем, с нами Лариса Куклина чисто стреляет, но она хорошо меня промахивается, у ее шваги промахиваются отлично. Там уже ничего радовать, и за нами российские спортсменки. Вот это, конечно, однозначно лайк. Такие наши российские спортсмены молодцы. Мы с ними убегаем в отрыв от других
Воруется у нас некая тройка уже. За Сигуру вот уже еще не порадуюсь, потому что она моя землячка. Так. Также мы лидируем после тяжелого подъема. За мной также российские спортсменки держатся. Так. Скажем спасибо болельщикам, которые нас поддерживают и верят, несмотря ни на что. Мы уже приближаемся к стадиону, где нас ждет третья стрельба, положение стоя. Ух, переводим дух и начинаем стрелять с вами. Чисто. Чисто мы с вами стреляем. Лариса Куклина с нами чисто. Какая Лариса тут вообще? Мужик мощная. Ирина Лещенко чисто. Маргарита Васильева чисто. Ну, посмотрите, как лидер кубка MBU стреляет. 4 промаха. Вот это да. Вот это да, конечно. Так, и в этой гонке у нас есть шанс, конечно, отыграть много очков в кубке MBU. На за кого мы преследуем и наконец-то выступить, выиграть хоть одну медаль на кубке. Так, тут мы прибавим, тут мы и за победу поборемся, постараемся с вами. Думаю, вы согласны со мной. О, на третьем месте у нас уже Маргарита Васильева. Так, ну что. Последняя у нас стрельба, положение стоя, где все решится, какую медаль мы возьмем. И заключительная гонка чемпионата IBU. Ой, боже, мы еще пульс. Зачем такой пульс-то прибавили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чисто мы стреляем. Рисуклина 2 промаха. Маргарита Васильева чисто. Сейчас Маргарита Васильева за мной побежит. Но я буду стараться убегать. 3,4 у нас отдел. Остальные все промахиваются. Вот он шанс, друзья. Вот он шанс. Ирина Щельченко третенькая. Ирина. Дает джазок. Молодец. Лидер сейчас у белорусов. Здесь, по крайней мере. Маргарита Васильева отыгрывает. Вот это да, конечно. Сейчас будет очень тяжело, чтобы сохраниться. Нам еще на финиш надо ставить, конечно. Так, как вот у них сил остается всегда больше? Вот это я всегда задал вопрос. Остается супербуз, блин, на последний круг, а у них, по-моему, силы всегда остаются. Давай. Не удержим мы, к сожалению, сил у нас нету. Поздравляю Маргариту Васильеву с победой.
Ирина Ильченко третье место у нас занимает. Ну, Лариса Кулина четвертое место, пятое у нас Егора. Молодцы какие. Топ-6 у нас три россиянки. Дуня Сдоус шестой. Прибегает как лидер мастартов в красной майке. Крейг Нотен десятая. Желаем подвести итоги. Марин Хандершмидт у нас 6 промахов, провалила гонку, 15 место. Итог такой: Маргарита Васильева первое место, второе место мы, Эмиль Кальтенберг, третье Ирина Лещенко. На Кубке мира у нас прошла индивидуальная гонка. Телека выиграла. Вот здесь индивидуальную гонку Телека выиграла. Сколько я жду в реале, чтобы она выиграла. Мона Бросова вторая, Сильный Гаспарин третья. У мужчин Доминик Виндиш выиграл, нифига себе. Второй Арн Пафи, третья Ветли Шоста Кристиансен. Так, сегодня гонок нету. Так, уже эстафета. Норвегия, Чехия, Германия у женщин. Норвегия, Чехия, Германия у мужчин. Так, далее. Далее жмем. Так, мастарт. Маркета Давыдова, Марта Русиланд, Лин Персон у женщин. Йоханнес, Кентен и Бенедикт. Тройка у мужчин. Так, ну что могу сказать. Мы почти снова на третьем месте. 6 очков у нас отделяет от третьего места. Что не может не радовать. Медальный зачет. Мы на первом месте, хотя по общему Россия молодцы, занимает первое место по общему зачету, а мы, что у нас золотые лучше. Так, да, и порадуемся за нашу четвертую серебряную медаль и добытую на чемпионате IBU, это важное событие. Все-таки провальными гонками мы покончили, надеюсь. Как вот будем проводить гонки, как мы старт стараться, чтобы брать медали. Так, общий зачет, что у нас там по категориям. Спринт пятое место, преследование третье место, мастарт второе место. Вот тут, конечно, ближе всего шмайку красную взять. Индивидуальная гонка, в принципе, тоже шансы еще есть. Так, и вот он как раз индивидуальная гонка у нас, расписание. Вот у нас этап Эстерсунд начался, где у нас состоит он из индивидуальной гонки, спринта и гонки преследования. Так, мороз, снег, у нас погода. Так, мороз, снег. Где у нас тут тоже вот минус 16, минус 20. Первая группа. Синий костюмчик. И вперед жмем. Так. О как. Открываем мы эту гонку под первым номером. Под пятым номером бежит у нас лидер Кубка IBU. Красно-желтым бимби. Лидер Кубка IBU и лидер индивидуальных зачеток, индивидуальных гонок. Жмем у нас старт. И вот мы открываем эту гонку. Надеюсь, номер нам поможет. Что мы стартуем первым, возможно, первым приедем. Хотелось бы верить.
Приближаемся мы к первой отсечке с вами. Тут у нас зрители. И работаем в подъемчик. Так, тут у нас срезаем. Спуск. Эй, ты, господин, у нас старается. Так. Работаем перед следующей отсечкой. Тут у нас на мостике тоже зритель нас приветствует. И прямая у нас перед зрителями на стадионе. Вот 2 секунды у нас преимущество, тут надо прибавить у нас. Вот мы уже подъезжаем к первой стрельбе. С положения лежа. Чисто мы стреляем. Очень хорошо. Конечно, мы медленно стреляем, но главное точность в таких гонках, тем более индивидуальной. Да и вообще, я скажу, по мне стрельба самая главная, наверное. Ход, конечно, очень решает, но стрельба все-таки при среднем ходе много к чему может привести. Так, тут у нас подъем. А это господин Канас выигрывает на 0,8. Так, тут у нас спуск, теперь отдыхаем. Проходим с вами второй круг. Приближаемся к следующей отсечке. Работаем. Тут мы уже выиграли на эту господин наоборот на 0,5. Справа видели, продолжают стартовать спортсменки. И мы плавно с вами приближаемся ко второму рубежу, положение стоя, так как это индивидуальная гонка. Так, готовимся с вами стрелять. Ой, да что ж такое-то, а? Да. Что это вот было, вообще непонятно. Допускаем мы с вами 2 промаха. Кошмар просто. Просто без слов. Сразу на минуту у нас. Это Гаспарин выигрывает. Да. Чуть мы начинаем спешить, конечно, в стрельбе. Что-то не так делать, и сразу у нас промахи. Так. Ладно, продолжаем гонку. Смотрим, у нас на леворубеж, у нас там спортсменки стреляют. Так, приближаемся к левому рубежу.
У нас будет стрельба в положении лежа. Да, чуть не промазал я. Ух ты, посмотрите, вон с роллина что творится. 5 промахов. Да, жутко. Ну, мы с вами собрались. После второй стрельбы и снова делаем 0. Ну, а это господин тоже стреляет все на 0. Та же минута между нами. Анастасия Гореева промахивается 4 раза. Марн Хандершмидт на 0 стреляет. Концовка сезона нам, конечно, не сильно получается. Ради стабильности стрельбы. Но сейчас нам главное стрелять последнюю стрельбу в положении стоя, к которой мы плавно подходим. Там уже будем смотреть на результаты. Место в этой гонке займем. Да, и тут не можем. Только хотел сказать, попали, но нет. 3 промаха в итоге. И рассчитывать на какое-то высокое место нам не приходится. Но это господин в итоге только один промах делает. Вот он молодец. За нами идет спокойно. А мы, к сожалению, не можем брать медаль. Проваливаем снова. Индидок очередную. Вначале 2 хорошо прошли. И 2 эти. Очень плохо провели. Где можно на глобус, шансов на маленькие не имеем. Вот мы и финишируем, где нас подбадривают пленщики. Аида господин у нас финишировала. Так, ждем подвести итоги. Сейчас у нас будет бегать, понятно. О. Так, смотрим итоги у нас. Кристина Рисова выигрывает, порадуемся за нее, молодец. Она и на Кубке мира в реале у нас она лучше сейчас. Это господин вторая, которая за нами шла, нифига себе, молодец. И Короленко, ну там третья, вот это вот не очень, конечно. Потому что мы ее преследуем, нам будет тяжело так ее догонять.
Так, Марек Хандрашми, 19 место. Вот это вот интересно, конечно. Морен. Тоже у Марен гонки не получается. Галина Вишневская, 21. Но у нас при трех промах 13 место еще более-менее, сказал. Конечно, хотелось бы выше. Если убрать, допустим, три промаха, да, мы все равно, по идее, бы не выиграли. Третьи были. Так. На Кубке мира у нас тоже индивидуальная гонка прошла. Дратевир выиграла. Ульяна Нигматуллина вторая. Вот это вот. Тоже порадуемся за Ульяну. И Мона Брошсен третья. У мужчин у нас Стурлахом Лакрейт выиграл. Ну это самый лучший стрелок, понятно. Андрей Расторгуец, нифига себе. Второе место. Евгений Карачев третье. Вот за Гараничева отдельный лайк. Так, общий зачет у нас. Общий зачет у нас таков, что. Так, ну, третье место у нас рядышком, в принципе. Надо дальше стараться. Вот можем мы даже и за двойку там побороться, и за первое место. Потому что соперницы проваливаются. Ну, блин, и мы проваливаемся, к сожалению. И... Так. Расписание. Следующие гонки у нас связка Sprint Pro Pursuit. Так, погода у нас мороз, снег. Вот так вот. Первая группа также и вперед. Стартуем мы с вами по девятым номерам. По 18-м у нас Сигурова в красной майке. И по 38-м лидер кубка Марин Хандершмидт. Жмем старт с вами. И пропустить. А, здесь нам очень надо постараться, потому что спринт. Надо нам попасть обязательно в пассивит, чтобы не терять очки. Проходим мы с вами первую отсечку, где выиграл у Ирины Кручинкина 0,3. Стина Нильсон уже вторая за нами. Стина быстра, конечно. Надо ей только стрельбу подровнять, конечно. Будет в топе обязательно. Тут мы уже выигрываем у Ирины Курченкиной 1,3. Тут у нас порту, потому что я спринт. Силы не надо экономить. Так, приближаемся с вами к первому рубежу, положение люжа, готовимся морально стрелять. Ой, ой, это ж лишний был спорт. Ну, конечно, промах с вами. Три промаха. Боже ты мой. Просто без слов с вами.
20 секунд. Кошмар, конечно. На самом деле пишешь. Да. И тут мы, возможно, пролетим мимо Пасьюта. Ладно, с тремя промахами попасть в топ-21, ну, почти нереально, конечно. С двумя-то было тяжело. Тут с тремя. Сейчас надеяться только на стрельбу чистую. Не быструю хотелось бы, конечно. И на Крученке на тоже три промаха. Ну нет. И тут мы промахиваемся. И в итоге у нас 4 промаха, конечно. Это уже мимо пассивит. Очевидно. Стина Нильсон тоже застрелил из 3 промаха. Да, уже проиграл 30 секунд, ужас. Да. Просто как ужас, этим больше не назовешь никак. Филиппан 4 промаха он стреляет, тоже застрел. Коренный Натхофер 3 промаха. Мы плавно приближаемся к финишу, где нас ничего хорошего ждать не будет. Здесь идти мы восьмые. Лишь на Крученке на 3 плюс 3, офигеть вообще. Маргарита Васильева 0, молодец какая. Жмем подвести итоги. Сейчас мы улетим. Да. Мимо Мастарт, ой, этого гонки преследования. 33 место. Да, думал, там будет 25-е, самое провальное место. Нет. 33-е у нас гонка. 33-е место. Жаль, тут еще не сделали, чтобы читать эти гонки, самые провальные. Две. Побеждает у нас Маргарита Васильева, вторая Королева Нотен, третья Анастасия Егорова. Российский подиум. Это хорошо, как можно порадоваться за них. Молодцы. Так, а мы сейчас проигрываем много очков. О, уже нас Егорова нас догнала. Сейчас мы посюду еще пропускаем, и она нас опередит. Пропустить. У нас Егорова еще и выиграла. О, Маргарита Васильева вторая, и Малундер третья.
это, конечно, да. На Кубке мира Терелека выигрывает. Денис Херман вторая, третья Марта Ройсилан. Гонка преследования мужчин. Стурвелл Апрейт, Эмилиан Жаклен и Ветли Шоса Кристианс. Так. Вообще зачет. Где мы, если не соберемся, конечно, еще и шестерки вылетим. Вот это будет весело. Уже Марк Хандершмидт за 1000 перевалил очков. Да. Так. Расписание. Вот мы закончили это в Остросунде. Стоящий из трех гонок. И сейчас у нас 9-й этап. Это Пхичен, который состоит из двух гонок. Спринт и длинная гонка. Так, что у нас вообще за счет в недельных гонках? В недельных гонках у нас еще шанс есть. Ворос еще две гонки. Надо собраться, конечно. Так, шумим гонка. Так, спринт у нас. Погода, мороз без осадков. Вот эти лыжи у нас. Первая группа. Такой костюмчик. Стартуем мы по 9 номерам. По 4 Марк Хандершмидт в желтой майке. А Сигурова 29 в красной майке. Начинаем симулировать. И вот он наш старт. Тут сразу подъем. Где сразу переходим на спуск. Елена Лещенко у нас уже стреляет. Так. Первосечки мы проигрываем по Улине Фиалковой. Он целых 1/10. Мы ускоряемся немного, где впереди у нас следующий подъем. И отсечка следующая. Я мы уже проигрываем 1,2 по линии фиалковой. У нас спуск. Подъемчик. Приближаемся к стадиону, где нас будут приветствовать зрители. У нас прямая. Ускоряемся. И приближаемся к первому огневому рубежу. Положение лежа. Чисто. Чисто мы стреляем, открываем все мишени и бежим быстренько к отсечке. И мы занимаем 5-е место на данный момент. Проигрывая по Улине Фиалковой. Но главное чисто стрельба у нас. Это уже хорошо. Плюсик мы заработали. Вот мы уже еще немножко проиграли, но также занимаем 5-е место. Конечно, по Улину быстрее идет у нас. Но нам главное думать о стрельбе чистой. Так, ну примерно мы при своих остались.
Так. Правда, без существенных потерь. О, Паулина Фиалкова, 3 промаха, вот это да, и сестра ее, и вон 3, вот это дали они джазу. Так, а у нас тут Марен Хандершмидт лидирует с нулями, вот это уже да. Марен стремится к победе на кубке IBU. Ну как вот? Ну почему? Да. Вот этот промах обидный, блин. Винтовку шатнуло. Все. Мы не сориентировались с вами. Обидно промах, конечно. Так мы, может, поборолись бы за топ-6, может быть. Да. Конец сезона, конечно, уже можно с антирефактом смазали стрельбу хорошо. Вот он финиш. Да не хватит нам. Принять Ирину Величенко. Нешируемый 7,7 секунд. У нас еще двигают. Блин, Вишневская. Татьяна Кимова, Лариса Куклина, тройки. Вот это вот, блин. На Кубке мира бы так и не бегали, как в игре. Ладно, что нам подвести это итоги. Понятно, нас будут двигать. Ну. Будем в десятке, нет хоть. Да, мы хоть в десятку попали, уже хорошо. Уже хорошо. Так, Анастасия Егорова, 31 место. Это да, 3 промаха. Где у нас? Каролина Кнотлин, 27. Вот это вот интересно, конечно. Так, сейчас мы отыграем, конечно, очков немного. Так, Кубок мира у нас Марта Росланд, Ли Персон, Ингрид Андервольд, спринт нового места, мужчины, Йоханнес Даля, Квентин Майе и Мартин Панцелома. Так, сейчас у нас будет индивидуальная гонка, посмотрим общий зачет. Общий зачет у нас такой, мы также на 5 месте. Уже трое человек за 1000 привалило очков. Так, на Кубке мира у нас Тереляков также лидирует с Марта Русилан, за 1000 очков уже перевалили. Так, а у мужчин? Тура в Агрит и Тарибио перевалили за 1000, Йоханнес пока еще не дошел. Так, жмем дальше. Погода прохладная, без осадков.
Так. Так, вот это выберем. Первое. Дерлин Гунга, очередной нам шанс бороться за медаль. Стартуем мы по второму номеру. Марат Хандершмидт по 15-й. В желто-красном майке. Вот он старт. Так, 5 кругов. Экономим силы. Да, обидно, конечно. Эти провалы могли бы побороться за второе место точно. Так приходится довольствоваться, чем есть, конечно. Но главное, конечно, нам выйти на Кубок мира. Это главная задача. Так, выходим напрямую. Проходим у болельщиков на стадионе. И подходим к первому огневому рубежу из положения лежа. Так, надо прибавить немножко. Так, на изготовочку. Часто стреляем, что может не радовать. Вита Семеренко тоже чистенько стрелялась. На 1,8 ее опережаем. Эмма Вундер тоже чисто стреляет. Тарарит промах уже. Эмма Вундер за нами. Так, выносливости мы, конечно, уже что-то много потратили. Надо чуть ослабить хватку. Маундер, ну, пускай выигрывает, потому что нам надо подэкономить силу. Она Вайдер застреливается, 3 промаха. Две секунды тут Виту Семеренко обыгрываем. Так. Карара 3 промаха. Федерико Санфилиппо тоже может. Анна Магнусон стреляет, как вы видите. Стреляет чисто. Так, а мы подходим ко второму огневому рубежу. Положение стоя. Надо чуть прибавить. Готовимся к изготовке и стрелять. Да что ты будешь делать? Ой, опять нам не везет и промахиваюсь. Марин Хандершмидт промахнулась, вот у нас шанс был в этой гонке, может быть, перехватить даже красную майку.
Но нет. Малундер на ноль стреляет. Он все мажет, он, сколько человек, по два промаха. Калина Вишневская на ноль стреляет. Так, Регина Лоя три промаха. Кристина Рисова промах. Валерия Васильцева тоже промах. Может, все. Но надо думать о чистой стрельбе, но у нас совсем не получается стрельба на заключительных этапах. Приближаемся мы к третьему огню, напишу положение лежа. Чисто, чисто стреляем третьего огня рубеж. Жаль, вот этот, будем жалеть сейчас, чувствуем. Промах опять. Он нам помешает опять. Эту Симиренко мы на 2 минуты уже обыгрываем. Так, четвертый круг у нас уже выносливости. Почти нет. Это, конечно. Так. Малундер уже позади нас. О, не два промаха. Это, конечно, интересно. Марон Хендершмидт проходит мимо нас. Так. Остаемся при своих. 30 секунд от Эмма и Лундер. Там дальше Тараорит минута 30 уже. Так. О, сколько промахов там. Маргарита Васильева вот. Ходу, кажется, она будет по виду бороться. Так, а мы приехали на последний рубеж. Положение стоя. Чисто. Чисто мы с вами стреляем. Что может не радовать. Ну вот этот один промах, конечно. Что мы будем надеяться? Уже только остается, что надеяться. Как уже другие спортсмены пройдут гонку. Не будет у нас шанса на что-то высокое или на топ-6 только.
Ходом, конечно, мы. Вот мы и финишируем с вами. Доезжаем уже и выносливости, и супербутса ничего нет. Эту семеренку даже мы обогнали. Она по первым была номером. И мы Лунтер. Вторая. Ну, у тебя отставание. Так, можем подвести итоги. Анна Магнуса. Ну как так-то? 0,1. Ну вообще что-то. Да, жесть вообще. Представляете, 0,1. Мы проигрываем. Как так-то? Ну блин. Не порадуемся, конечно, за Анастасию Егорову. И, как говорил Валерия, Маргарита Васильева тоже, наверное, будет тройки. Ну блин, да, обидность. 0,1 всего. Так, Мэрон Хандершмит 16-я только. Стина Нильсен 8-я. Вот это вот отличный результат Стины. Где у нас наши преследования? Ролик Нота 18-я. То, что у нас Егорова 1-я, это, конечно, не догнать будет уже, наверное. Так, а Дунис Доутс 25-я, вот это вот интересно. На Кубке мира у нас гонка преследования прошла. Марта Русиланд 1-я, 2-я Франциско Пройс, 3-я Лин Пирсон. У мужчин Кентен Фион Майе, Лукас Хофер и Мартин Патилома. Так. Общий зачет у нас такой. Уже и Анастасия Егорова перевалила. Тут 1000 очков. Следующий уже, по идее, должны мы быть. Так. У нас Егорова еще за 2-3 место поборется. Так, а у нас, друзья, 5-я серебряная медаль. Порадуемся за это. Конечно, очень жалко, у нас могло быть больше золотых, но ничуть не весло. Ну ничего, это тоже хороший результат, согласитесь. Так, дали кубок Абионит Конок сегодня. Кубки мира эстафеты, Норвегия, Германия, Швеция у женщин. Тройка, у мужчин Германия, Швеция. Так, и вот мы подобрались к концу нашего сезона, этап Тюмени. Этап у нас состоит из гонок спринт и индивидуальная гонка. Можно подвести уже некоторые итоги. То, что в шестерке мы останемся, скорее всего, и выйдем на Кубок мира. Но тут другая ситуация. Можем мы побороться за какой-то другой, за малый глобус какой-нибудь. Но в спринте мы не поборемся уже. Гонки преследования уже не будет. Тут уже Дунис Доутс выиграла малый глобус в гонках преследования. В масс-стартах, к сожалению, 9 очков мы отстали. И тут тоже Дунис Доутс забирает красную майку по сезону, глобус малый по масс-стартам. Но будет у нас шанс в недавней гонке, так как Марен Хандершмит 276 очков, или Калькенберг 273, вот здесь у нас
Или шанс взять глобус. Хоть какой-то за сезон. Итак, идем. Первой гонки у нас на 10 этапе в Тюмени. Спринт, мороз, снег. Так. Ну вот, минус 16, минус 20. Первая группа. И вперед. Так, мы стартуем по 9 номеру. Марон Хаммершмидт в желтой майке под 5 номером. Анастасия Егорова в красной под 12 номером. Желаем начать гонку. И пропустить. Так. Вот он старт. И поехали. Вот, подходим мы к первой отсечке. Где выигрываем? У Корольник нота 0,3. Ивана Фиалкова уже вторая подвинула Корольник нота. Мы ускоряемся перед большим спуском. Второй отсечки у нас. Сейчас будем подъезжать. 0,5. Тут мы встаем, чуть отталкиваемся еще. Также 0,2. У нас Ивана Фиалкова отстает. Ну, подъезжаем первого рубежу, положение лежа. Готовимся стрелять. Валерий Васясов до промаха, к сожалению, делает. Ну, выцеливаем и попадаем. И бежим к первой отсечке быстренько и посмотрим, на каком месте мы будем. И тут мы обгоняем Анну Вайтель на 0,4. Илона Фиалкова промахивается. Так, следующая отсечка у нас впереди. Тема на 0,7 Анну Вайтель. Опережаем. Анастасия Егорова попадает. Анастасия Егорова у нас борец, которая землячка моя, молодец. За высокие места. Тут мы ускоряемся. Мы уже Анну Вайтель. Он 0,7 отбегаем. Корольник Нутон промахивается. Вот это интересно уже. Нам думать нужно о своей стрельбе. С положения стоя, заключительно в этой гонке. Готовимся стрелять с вами. Чисто. Чисто наконец-то мы спринт проходим с вами. Был у нас, по-моему, по сезону один спринт. Тему на 0 проходили единственный. Но мы, конечно, застреливались. Тут мы выиграли Анну Вайдель на 0,5. Понятно, что мы стреляем помедленнее ее.
остаемся при своих. Тут мы ускоряемся, подъемчик. Тут мы ускоряемся, мальчики нас поддерживают. Что мы мчались вперед, Стина Нильсон, к сожалению. Три промаха. У нас Егор в 1-0 стрелял себе. Везет нам 3 секунды. Так, а мы стремимся к финишу. Так, вот она финишная с вами прямая. Мы финишируем с вами. Выигрывая 4,9 Лайны Вайдель. Марин Хандершмит с 2, 11,2 проигрывает. Крутник Нотен с 3, 17,1. Это вот очень интересно. Так, ждем с вами финиш Анастасии Егоровой. Она финиширует и выигрывает нас на 1,5. Боже. Боже. Не порадуемся за мою землячку и Анастасию Егорову вообще. Она тут борется, конечно. Ну, конечно, и в той гонке на 0,1, тут на 1,5, нам обидно. Ладно же, мы подвести итоги гонки. Ну, блин, тут у нас даже шестерки выгоняют. Что ж ты будешь делать-то? Ужас. Кристина Рисова побеждает вообще, вот это да. Радуемся за Кристину. Джоанна Тальмишан 2, из Эстонии Татьяна Кимова 3, тоже порадуемся. Что 7 место? Всего то, что я догоняю на Синегорову, я... Ну мы зато сейчас догоним Каролин Кнотом и всех остальных. Так, Кубок мира в Рупольдинге. Спринт. Марта Русиланд выиграла. Лестер Захауза 2, 3 Рустим Браза. У мужчин Мартин Пансилома, Себастьян Самуэльсен и Стурла Легрейд. Так, смотрим вообще зачет. Тут и я уже перевалил за 1000 очков. То есть Эмили Калькенберг. Так, и в итоге, смотрите, какая плотность. Ну, Мара Хандершмит, понятно, уже выиграла общий зачет. Поздравим ее. Уже и заранее, да. Анастасия Егорова поднимается на 2 место. Вот это, конечно, порадуемся за нее. Я однозначно это лайк. Каролинка Нотен, Дуня Стоутс. У нас, если мы хорошо проведем гонку, есть шанс на 4 место. Конечно, если провалит гонку Дуня Стоутс. По крайней мере, индивидуальная гонка. Вообще зачет. И у нас шанс борьба за малый хрустальный глобус. Я вам с вами должен постараться. Так, мы переходим к последней гонке сезона. Погода, мороз, снег. Первая группа сразу. Костюмчик такой у нас. Так, минус 16, минус 20. Надеюсь, угадаем с лыжами. Да, угадал, минус 16. Стартуем по 12 номерам. Марин Хандершмит 37 номер. Так, Анастасия Егорова 17.
Кармикнота 42-й, вот это вот. Да. Но у нас DLS 20-й. Так, жмем пропустить и с вами стартуем. С вами стартуем и бежим в последнюю гонку сезона. Да, пока стартовали, температура уже упала. Приближаемся к первой отсечке с вами. Я выигрываю Стива Нильсона 0,2. Последим за Стивом тоже, может, не получится эта гонка. Так, тут мы бережем силы, но не... Ускоримся, оттолкнемся и подходим ко второй отсечке, где мы опережаем Стину на 0,5. Так, подъемчик и плавно мы подходим к первому дневному рубежу. Положение лежа. Стина, к сожалению, два раза промахивается. Не получается у него начало гонки. Вот у нас получается, мы стреляем чисто с вами и бежим к первой отсечке, где будем проигрывать немножко. 2 секундочки, Лиза Гаспарин. Хорошее начало гонки у нас. Подходим подъемом перед отсечкой. Где проигрываем 2,4. Эдрико Санфилиппа 4 промаха. Гонка уже не задалась у нее. Сидим за Анастасией Егоровой, которую сейчас на огневом рубеже. И стреляет она чисто, молодец. А мы продолжаемся к спуску очередному перед второй отсечкой на втором круге. Где проигрываем 3,1 Лизе Гаспарин. Так, вот мы приближаемся к стрельбе из положения стоя, второй, то есть Стина Нильсон у нас еще два промаха делает и совсем усугубляется себе. Мы проходим второй рубеж с положения стоим и бежим быстренько на отсечку, где выигрываем 28,9 в эстонке Томингас. Хорошее у нас начало, лишь бы не слазить, конечно. Так, следим за выносливостью. Понятно, что мы не спешим и по секундочке проигрываем. Для нас главная стрельба. И борьба за малый хрустальный глобус. Ну и, конечно, может быть, за 4-е место в кубке IBU.
Так, вот он подъемчик у нас. И сейчас нас будет ждать третья стрельба из положения лежа. Стены у нас продолжают мазать. Кто у нас еще стреляет? У всех много промахов. Галина Вишневская там промахи. Нас волнует наша стрельба, и мы попадаем. И завершаем третий рубеж на ноль. На что может не радовать. Анна Магнусон читает чисто. Это Серенко чисто. Чана Кимова промах. Нарен Хаммершмидт стреляет, последим за ней. И промахивается. Это уже интересно, так как у нас с Марен идет борьба за малохрустальный глобус в индивидуальных гонках. Анастасия Егорова тоже промахивается. Теперь все в наших руках. Однозначно лайк и комментарий не забудьте написать за такую борьбу в конце сезона. Так, приближаемся к отсечке. Отталкиваемся. И потихоньку подходим к заключительной стрельбе. Из положения стоя у нас. И все, как говорится, решится у нас. Чисто, чисто. Можно сказать, ура! Прекрасно мы завершаем этот сезон. Хорошая гонка, согласитесь. Главное, чисто, красиво. Потому что вторая половина нам совсем, вы видели, не осталось очень много промахов. Из-за этого решили себя борьбе в общем зачете. Но пустыми руками мы уже точно не уйдем и заберем кубок, маленький хрустальный глобус по зачетам по идеальным гонкам. Анастасия Егорова 2 промаха, все, да, все уже понятно. У нас спуск, последняя отсечка перед финишем. Мы прибавим уже. Хотелось бы, конечно, выигрыку еще. Одна золотая медаль, может получится сегодня последней гонкой сезона и выиграть, и глобус собрать, и все, мы финишируем. Вот мы с вами и финишировали. Уже боюсь, честно, ждать, подвести итоги, так как хочется выиграть. Ну ждать, жмем. Да. Да, отлично. Как мы завершаем сезон,
победой. Красота просто. Однозначно. Берем золотую медаль последняя гонка и малохрустальный глобус. Позачем введен на гонок. Маган Хандершмит 11 место только занимает. Анастасия Негореева Егорова 20 место. Карлинг Нохман 10. Посмотрим быстрее общий зачет с вами. На Кубке мира у нас Мастарт прошел. Кирюлек выиграла. Марта Росиланд вторая, третья Франциска Проус. У мужчин Ханнес Пьосима Сенса Бельсон Тарибе. Так, эстафеты. Норвегия, Германия, Франция. У женщин тройка. У мужчин Франция, Норвегия, Германия. Вот она ваша запись. Биатлонный сезон завершен. Итоговый зачет смотрим. На одно очко мы с вами отстаем от Дуни Стоутс. Блин, и тут нам не везет, к сожалению. От третьего места 7 очков. Вот одна гонка провальная. А сколько у нас было во второй части? Много, сами помните. Нас решило третьего места. Мы порадуемся за Анастасию Егорову, молодец она. Заняла третье место, моя землячка. Я за нее порадуюсь тоже обязательно. Так, посмотрим у нас зачеты, кто что выиграл. Так, в спринте у нас Анастасия Егорова берет малохрустальный глобус. Вот это молодец. В гонках представительного следования Дунис Доутс. Так, на стартах у нас не повезло нам, а второе место заняли Дунис Доутс. Второй берет малохрустальный глобус. Зато индивидуальный гонка, вы посмотрите, 333 очка, какая красота. И мы берем с вами хрустальный глобус по индивидуальным гонкам, какие мы молодцы, согласитесь. Ну, в общем, в зачете, конечно, могли быть лучше, я с вами согласен, что это очень низко, но главное, что мы с вами выходим на Кубок мира, это не может не радовать, согласитесь. Так, посмотрим, что у мужчин. У мужчин выигрывает вообще за счет Дэвид Коматс, второй Томас Бармалини, третий Стерсепола, четвертый Флорант Клод, пятый Сергей Бочарников, шестой Филипп Наварт. И эта шестерка отправляется на Кубок мира. Так, смотрим теперь, что у нас на Кубке мира. У мужчин выигрывает Стурл Лагрейд, Кубок мира, Тарик Бе второй, третий Йоханнес Бе. Так, вылетает на Кубок IBU Артем Прима, Антон Смольский, Дмитрий Петрючный, Роман Нелетнов. Так, а это мои спортсмены, не обращайте внимания, забыл убрать. Так, у женщин Терлеков выигрывает общий зачет. Это, конечно, меня очень радует, такая охрана моя любимица. Второй Марта Руссилан, третий Денис Херман. Ну, я за Денис знаю, кто порадуется, посмотрев это видео. Так, вылетает у нас на Кубок IBU Алена Белочук. Потом Евгения Буртасова, Лиза Витоца, Ханна Сова, Люся Хорватова и Камила Жук. Так, в спринте, кто у нас там глобус забирает? Марта Росиланд, порадуемся за нее. Терлеков по зачету гонок преследования глобус берет. На стартах Марта Росиланд, наверное, в гонках Лиза Дрозахауза. В эстафетах вперед Норвегия. У мужчин у нас Лагрейд выиграл, понятно, спринт. Он же забирает малохрустальный Тарибе по гонкам преследования. Мало забирает на старт Йоханнес Бе. Индивидуальные гонки Арн Пайфер. Так.
Кубки IBU у нас по спринтам забирает у нас Пробалини. Кипр преследования тоже он же в мастартах. Фаларен Клод в индивидуальных гонках. Никита Лобастов. Так, жмем далее. Смотрим общую картинку. Пятое место. Две золотых, четыре серебряных, две бронзовые. Согласитесь, неплохой результат. Так, побед в сезоне 2. Гонок в Синемаке 28. Точность стрельбы 91, согласитесь, неплохой. Потому что промахов у нас было нормально во второй половине сезона. Выиграл титул в 2 из 10. Вот наши медали в Мастарте на чемпионате IBU. Жмем далее. Продолжить, конечно, на карьеру. Биатлонисты завершили карьеру. Андрей Моравец, 37 лет, Симон Недер, 38, Юзан Данкли, 35, Клемент Бауэр, 35, Томаш Крупчик, 33, Анна Фрольна, 37, Валентина Семиренко, 35, Тимофей Лапшин, 33, Вита Семиренко, 35, Никита Тачазаки, 33, Нцис Хакенбера, 34, Каролин Питон, 34. Так, вот у нас появилось табло с улучшением характеристик, где мы будем сейчас добавлять себе навыки. Так, ну, будем добавлять, где у нас самое меньше. Точно стоя, давайте прибавим сразу. 4, 7, нашел 80 было. Там сюда. 3 сюда. Скорость доская, выносливость сюда. 4. Сюда 3. Сюда 3. Сюда 4. Сюда 1. 81, 81, 81 где-то. Восстановление пускай будет. Так. Так, еще. Ну, сюда, давайте сюда. Сюда, сюда, чтобы было. Сюда. И сюда. Далее жмем. Начать новый виртуальный сезон. Но вы понимаете, мы его играть не будем. Просто посмотрим. Ну, играть в смысле сейчас мы его не будем, будем играть позже. Сейчас мы пока посмотрим, как мы прокачались. Жмем сюда. И смотрим. Так. Ну, понятно, извиняюсь, постарели, 25 лет нам стало. Так, силу мы прокачали до 83, максимальная скорость 83, скоростное силовое качество 82, общая выносливость 82, скоростная выносливость 81, скоростная силовая выносливость 80. Длительность ускорения 83, скорость выставления 83, точность левша 91, точность 180. Жмем ОК. Так, посмотрим на лидеров. Как у нас Марта Росилан прокачалась. Сила 98 уже, 94. Максимальная скорость 93, 95, 97. 95, неплохо. 31 год Марте уже. Серили у нас 32, 96, 95, 94, 94, 97, 93, 96, 95, 95, 85, 80 стрельба. Так, а посмотрим, кто с нами вышел на Кубок мира, кто как они прокачались. Галина Вишневская 80. Точность Лёжа, точно стоя у нее. Офигеть, 93, 90. Ну, остальное зелененько. Видимо, она такую стрельбу себе прокачала. 28 лет.
Так, Анастасия Егорова 82. Точность лежа 96. Тоже все стрельбу прокачала в основном. Так, где у нас? Марин Хандершмидт, вот, на 82. Скорострельность 99, нифига себе. Максимальная скорость 84. В общем, она тоже тут стрельбу все кинула, походу. Так, Карлин Кнутен, где у нас? Нифига себе, Карлин Кнутен 87 прокачалась. Скорострельность 100. Точно, если уже 93, 106, 105, сила 86, 87. Скоростные качества 88, да, крайне хорошо у нас прокачалось. Так, Адонис Доутск, где у нас? Вот она 80, ну понятно. Тоже не очень. Так, у мужчин что у нас? Рассыпала 89, нифига себе, терра жесткий какой. Так, кто с ним еще там вышел у нас? Бромалини 85, Смольский 85, неплохо. О, Василий Грибзе, Василий тут наш общий знакомый, тоже вышел на Кубок мира 84. Граничев 34, молодец, он Кубки мира еще старается. Так, Йоханнес, что у нас тут прокачался? Все, вход, понятно. Так, а Стула, что у нас, 92 тут? Ну, Стула, стрельба, понятно. Окей, ладно, пошли далее. Так, ну и эти расписания в следующем сезоне у нас. Так, новых трасс у нас, которые мы бежали на Кубке Айби, не будет. Так, ну что я могу сказать? Тоже второй сезон. И это Кубок мира, но мы его будем играть позже. Так, я заканчиваю это видео. Спасибо, кто посмотрит, поставит лайк, поддержит комментарии. Рад буду новым подписчикам, кто захочет подписаться. И спасибо, что вы смотрите. И, как говорится, поддерживайте меня. С вами был Иван51, и это был Кубок IBU за Эмиль Калькенберг. Всем пока-пока.